Good morning, boys and girls. How are you today? I'm good. How about you? А как у вас дела? I'm sure that you are great because it's home time. Время дома. Okay, so today we have a new topic. И сегодня к вам домой пришла новая тема. What time is it? Который час? Мы им повторим, а кто пропустил, тот повторит, познакомится. Который час? What time is it? И чтобы начать нашу тему, нам нужны часы. Okay, so it's easy when you have a mobile phone. Легко, когда у вас есть мобильный телефон, и вы увидели... it's 9:10 for about... it's 8:45, 8:45. And what about such kind of clock? А как насчет таких часиков? Yes, it's a bit, little bit different, немножко отличается. But it will be easy. Но вот для вас будет легко. I will tell you why. Я объясню почему. I have a story for you. У меня есть история для вас, которая вам поможет это запомнить. Итак, первое, что нам нужно, это наши часы. The story about the clock. Я вас научу, как аккуратно нарисовать часы. Нам нужно на 4 части разделить. И потом каждую часть еще на 2. And now can you help me to write the numbers? Помогите написать номера. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. 12. И it's like a flower, как цветочек получается. В наших часиках есть две самые важные стрелочки. The short one, короткая, the short hand, рука, да, у них рука, стрелочка означает в часах. The short one show us час. Hour. Коротенькая стрелочка показывает час. Hour. And the long one. А длинная стрелочка. Minutes. Минуты. И первое правило, на котором мы познакомимся для того, чтобы правильно говорить время. Время говорим с минут. Поэтому нам нужно помнить, что длинная стрелочка первая нам подсказывает минуты. Мы готовы начать нашу историю. Итак. В наших часах, конечно, есть король в сказке. Король, и он самый главный. Он сидит в самом верху на 12 и говорит свое слово «о-клок». «О-клок». И, конечно, мы ему корону рисуем, он же король. И когда минутная стрелочка добегает до 12, мы говорим слово «о-клок». For example, давайте потренируемся. Вот у меня короткая стрелочка – это час, а минутная – это длинная. И вот она на 12, она говорит «it's 2 o'clock». It's 5 o'clock. Умнички. Ну, у нашего короля есть две дочери. Одну зовут Past. Она рассказывает, сколько минут прошло после времени. После. А вторую принцессу зовут Ту. Она считает, сколько минуток осталось до следующего времени. И вот они, к сожалению, they were not friends, они не дружили, иногда сильно ссорились, и наш король Оклок решил, поделю пополам, чтобы они не встречались. И так и есть. Теперь, когда минутная стрелочка добегает в эту половину от часиков, мы всегда говорим past. 5 past, 10 past, 20 past, 25 past, со словом past. А когда минутная стрелочка бегает в этой половинке наших часиков, а мы говорим слово to после нашей даты. Например, 22, и она считает, сколько до следующего времени. 22, 10 to, 5 to. Умнички. Ну, девчонки есть девчонки, they like to share their sweets and toys. Они любят делиться на игрушками, конфетами. И они прорыли себе туннель. Прямо посередине, да. И теперь для циферки 3 и 9, когда минутная стрелочка до них дотрагивается, они говорят слово quarter, что означает четверть или 15 минут. Соответственно, если у нас 15 минут на троечке, то мы говорим quarter past. А если 45 минут на девяточке, мы говорим quarter to. Это же их половинка. Quarter to, quarter past. Very good. И последнее, что король решил сделать, ну, для своих принцесс, для своих девочек, подарить им собаку. A dog, yes, a present, a dog. Ну, где же ее поселить, где в часах? Король справедливый, он решил ровно посередине. Поставил будку, и там только и слышно слово хав-хав, хав-хав. Хав,
означает половина, not half, 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 научитесь правильно, half, half, половина или 30 минут. Но эту собачку кормила только принцесса Паст, поэтому в Англии заведено говорить half past, half past, half past, половина после определенного времени. Это и есть наше четвертое правило. Let's read the rules, давайте прочитаем правила. Время говорим с минут. У минут есть два домика. Past, после, to, до. Для 15 минут мы говорим quarter past, quarter past. 45 минут quarter to, quarter to. Для 30 минут half past, half past. Very good. Now you can practice. Мы можем потренироваться. Open your student's book to page 28. 28. 28. We have here mark. Shadow or schedule is like American and British variant. В американский и британский вариант schedule or shadow. So, Monday, let's read. 4:30. Время говорим с минут. 30:30 мы знаем наше. Вот, мы можем вернуться на наш плакат. 30 минут у нас сидит здесь half. Half past. Half past 4, half past 4. 7:15. 15. Это наше quarter, туннель наш. Quarter past seven. 6:15, 15, опять. Quarter past six. 6:30. Время говорим с минут. 30, half past. Half past six. После шести. 4:45. 45, надо быть внимательным. Это наш туннель. Quarter to. Сколько минут осталось до следующего часа? Уже будет не до 4, а до 5. Quarter to 5. 7:00. 0:00. Но это наш король o'clock. O'clock. 7 o'clock. 9:45. 45. Это вторая половинка to. И туннель. Quarter to 10. 12:30. 30. Время говорим с минут. 30. Half past. Half past 12. 10:15. Время говорим с минут. 15. 15. Это здесь. Quarter past 10. И 1 час. Наш o'clock. It's 1 o'clock. Very good. Today we will make a project. Мы сегодня будем с вами делать проект. Like this one. Вот такой проект. Он будет состоять из первой части, где мы нарисуем наши часы и закроем все наши секретные слова, которые нам особенно нужно запомнить. А во второй половине мы напишем наши правила. Вы русскими буквами напишите правила, 4 правила, как правильно говорить время. И внизу мой день. И я вам поподробнее об этом расскажу. Now take a sheet of paper. Возьмите листочек бумаги. Fold it in half. Согните пополам. Smooth, разгладьте. Now let's make a circle. Давайте сделаем кружочек. Okay, are you ready? Этот проект, эта часть проекта нам поможет заполнить первую половину. So we need to... Обратите внимание, что ниже наши будут написаны по слова, предложения и правила. Поэтому 12 должно быть вверху. Как я вас учила, делим на 4. И каждую часть на 2. Help me, помогайте мне. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Окей. Okay. А сейчас... Ваше задание – заполнить каждое время, написать сколько минут, как на примере. Окей. Okay. Как видите, я написала все наши циферки вокруг. And also, а также нам нужно разукрасить наши половинки. Половина царства. Past. И подпишем. Past to. Very good. А теперь так устроены наши, так устроены люди, что все, что мы делаем руками, мы лучше запоминаем. Поэтому мы будем делать
наш проект продолжать, вырезать, мы будем прятать секретные наши слова, которые нам особенно нужно запомнить. Это слово o'clock мы дорезаем до часиков. Quarter to. До часиков. Quarter to. Quarter past. Quarter past. Здесь внимательно. Half past. Наша половина. Half past. И чтобы у нас сгибалось half past, мы его пополам. Окей, ну, now you are ready to fold. Мы сгибаем наши секретные слова, которых в русском нет, а нам нужно запомнить в английском. Это слово o'clock. Make it a secret. Дело не его секрета. Quarter past. Я сгибаю до цифр, до нашего циферблата. Quarter past. Quarter to. Quarter to. И half past. Half past. Very good. Now you know the secret words. Вы теперь знаете, что в этих местах мы не просто говорим минуты 30, 15, 45, а заменяем их отдельными словами. O'clock, quarter past, quarter to, half past. Еще раз мы красной пастой напишем эти секретные слова сверху. O'clock, quarter, past, half, past, quarter, two. Okay, the first part of our project is ready. Первая часть нашего проекта готова. Now you fold it. And your task is to write the rules. Write down the rules. Следующее задание — написать правила. Вот у меня готовый проект есть для вас. Правило. Ручкой написать. Время говорим с минут. Второе правило. У минут есть два домика. Past, to. Для 15 минут. Quarter past. 45. Quarter to. Для 30 минут. Half past. Very good. We have wrote the rules. Мы уже написали правила в наш проект. И вторая, последняя часть. My day. Мой день. Мы с вами посмотрим сейчас видео, какие можно глаголы использовать для описания моего дня. Have lunch.
have lunch at the cafeteria. Play with friends. Play with friends. I play with my friends. Come home. I come home. Come home. Do my homework. Do my homework. I do my homework. Have dinner. Have dinner. I have dinner. Take a shower. Take a shower. I take a shower. Go to bed. Go to bed. I go to bed. Good night. Well done. This boy has told us about his day. Он рассказал нам про свой день, но он не добавил время, а мы с вами уже выучили, и мы сможем дописать время. Важно! Вначале вы пишете время циферками, чтобы мы могли проверить, правильно ли то, что вы время написали, с тем, что у вас на времени показывает. Итак, важно написать сначала время. Также важно использовать все секретные слова. При рассказе о своем дне нужно использовать все секретные слова. O'clock, 15 минут, 30 минут, 45 минут, чтобы я видела, что вы хорошо запомнили секретные слова. Let's read the example. Давайте прочитаем пример, как я написала в своем дне. Я взяла все предложения из нашего видео. I get up. Обратите внимание, перед временем мы всегда говорим at. At 9 o'clock. 15:15. Quarter past. I have breakfast at quarter past 9. Я завтракаю в 9:15 после 9. I wash my face. Умывая лицо at 25:25. Видите, у вас все написано. Любые минуты у вас просто переписывать. Легкотня. At 9:25. 9:30. Half past. I get dressed. Я одеваюсь at 9:30. 9:45. I do my work. Я делаю работу. Well, you can write I do my homework. Вы можете написать I do my homework. Ваша работа, моя work, просто work. I do my work at 9:45. И 00 наш o'clock. I have lunch. Я обедаю at 12 o'clock. В 12 часов. Кто претендует на высокий балл? Он также самое составляет этот проект. И добавляет хотя бы 4 предложения, что же он делает после 12:00. Конечно, наше видео вам поможет составить и время, и глаголы, что можно делать после 12 часов. Это тот, кто претендует на оценку выше 11 баллов. 11, точнее, и 12, без ошибок. Окей. Итак, ваше задание – составить вот такой проект, в котором будут нарисованы часы, с подписанными всеми временами, спрятаны секретики, выписаны правила, как говорит время, составлено предложение до 12 дня о своем дне расписания, а кто претендует на высокий балл, добавляет еще 4, что он делает после 12. Я жду с нашими коллегами фото вашего проекта. The lesson is over. Goodbye.